Это несколько необычный пистолет. Весь фокус в том, что он стреляет в обе стороны. Иными словами, вперед и назад. Уловили? Видите кнопку? Сейчас она в среднем положении. Справа буква «Б», слева «А». Когда я говорю «справа» и «слева», это значит, что дуло направлено вперед. Вот так. Если же дуло смотрит назад, то буква «Б», естественно, окажется на другой стороне. Следовательно, «А» будет справа, а «Б» слева. Усвоили? Да-да. Если сдвинуть кнопку влево, то пистолет будет стрелять назад. Разумеется, при непременном условии, что вы его держите дулом к себе. Тогда с точки зрения противника буква «Б» справа, а буква «А» с вашей позиции соответствует левой стороне противника. Если же вы захотите выстрелить вперед, а в данном положении это ведь значит угодить в самого себя, то кнопку следует, конечно, сдвинуть вправо. И наоборот, если направить дуло пистолета вперед, для чего необходимо передвинуть кнопку так, чтобы с позиции противника она оказалась слева, то вы опять-таки можете попасть в самого себя. Но если все же вы решите уклопать противника, проделайте то же самое, только все наоборот. Вам ясно?